Ребята, смотрите, в Баумастере появились персонажи из Майнкрафта. Вот такой персонаж, свинка, мистер Скелет, который стреляет с лука. А это у нас зомби в зеленой курточке. Также у нас есть вот такое вот чудище, напишите, как его зовут. И, конечно же, Эндермен, ребятки. И самый важный персонаж, это Крипер. Ну что ж, приятного просмотра! Всем привет, ребятки, меня зовут Спуди Дудиду, это игра Баумастерс, а это у нас Эндерменчик и персонажи из игры Майнкрафт. Я надеюсь, вам очень понравится и вы поставите лайк. Так, мы сейчас будем сражаться против Тора, играя за Эндермена. Бум! Получай, Тор, что ты нам можешь сделать? А ну-ка, давай своим молотком. Вот это попадание, ты хочешь сказать? Да? Совсем. Что? Как это мы промахнулись? Нет, 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 давай ты не будешь попадать постоянно. Опять попал по нам. Ну-ка, иди сюда. Так, 22 тебе сейчас закинем. Так, что-то это слабое попадание какое-то, уж очень слабое. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что делаешь? Все, 24, мы пойдем ему в голову. Что? Как это он остался жив? Нет, 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 не вздумай меня победить. Фух. Ну, все, ребят, мы его победили. Даже можем на 26 закинуть. О, просверлили ему голову. Так, ну, главное то, что мы его победили. Теперь можем попробовать еще раз. Это будет где-то 26. Отпилили ему голову, ребят. Просто отпилили напрочь. И такое, конечно же, бывает. Так, окей. Конечно, мы с ним справились. Хм. Давайте-ка продолжим. Что же будем делать, ребятки, с вами дальше? Давайте постреляем птичек тоже за какого-то персонажа интересного. Кто же это у нас может быть? Так, кого бы нам взять такого? Хм. Давайте возьмем Крипера. Да? Так, а где наш Крипер? Крипер нам недоступен! О нет, это же Дракула! Так, ну ладно, Крипер. Возьму-ка я свинку, ребят. Давайте свинкой позбиваем наших птичек. Так, свинка готова. И погнали. Так, хватит есть свои бургеры. Или что ты там кушаешь? Эй, чего? Такс. Три птички сразу, ребята. Еще две. Так, смотрите, как у нас получается неплохо. Опля. Так, первая птичка, в которую мы не попали. Есть, мы даже взяли время. Здорово. Что? Это как так-то, а? Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас мы побьем наши рекорды. Такс. Птички. Ой, как вовремя мы кинули туда топор. И попали, ребята, прямо во времечко. То, что нужно. Так, еще монетку. Здорово, здорово. Теперь меч полетит у нас вот сюда. Вот сюда. Так, а эту птичку... Почему я же должен был ее достать? Давайте сюда закинем. Так, я не понимаю, где время. Почему нету времени? Фух! Это было рядышком. Так... Да куда вы летите, мои оружие? Почему? Такс. Бум. Одну птичку не достали почему-то. О, да. Почему ту не задела? Опля. Ю-ху. Так, кто-нибудь здесь будет? Нет, почему-то тут никого нет. Пью!
Юху, даже монетку заберем. Так, никто не захотел тут вылететь. Ну, это не страшно. Что? А ну-ка стоять, птенчики. Бум, даже часики взяли. Хм. Странно, что мы там не попали. Опля, есть монетка даже у меня. Хм. А времени так и нету. Где же время? Ну вот и все. 48 птичек, это почему-то у нас получилось только настрелять. Но это совсем мало, ребят, ну что делать, а? Давайте-ка по-быстренькому постреляем с нашего лучника. Нашего скелетика по яблокам, там по бырику, так, пум-пум-пум. Так. Еще разочек. Здорово, здорово. Тоже хорошо, тоже хорошо. 11. Что? Да чё? Это как летит вообще всё? Бум. Ну это хотя бы граната, тут все взрывается хоть сразу. Нет, это промах был. Ребят, мы промахнулись. Ну ничего, хоть у нас и так вот не очень бы хорошо закончилось, но мы сегодня прикольно поиграли, постреляли птичек, и все было весело. Что ж, ребятки, мы на этом, наверное, закончим. С вами был Спуди Додиду, я надеюсь, вам очень понравилось. Ставьте лайки и пишите, какие бы вы персонажи хотели увидеть в игре Боумастер. Ну что ж, всем пока.
получилось. Bye.